Приветствую вас, аноним. Давайте сейчас разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, общаюсь с молодым человеком. Он старше меня на 6 лет. Было одно свидание, хотелось бы с ним хорошего и честного общения. Подруги говорят, чтобы я забыла о нем, потому что первое пишу ему я. Как мне быть в этой ситуации? Проблемным моментом является то, что вы хотите хорошего и тесного общения с ним. Проблемным моментом является то, что вы хотите с ним общения. Он общение с вами не хочет, судя по всему, а вы с ним хотите. И вы нацелены здесь не на самого человека. Вот ваши усилия психологически направлены не на самого человека, а скорее на себя, через него. То есть это выглядит так, что именно с ним общение хочется вам, но вы, значит, игнорируете свое желание, игнорируете то, что вам, к примеру, нужно, да? Вот, вы игнорируете то, чего вы хотите, и вместо этого думаете, как бы общаться с человеком, которому вы, к сожалению, не интересны. Судя по тому, что вы говорите. Ну, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите. Вы спрашиваете еще. Как вам в этой ситуации быть? Ну, я мог бы, конечно, спросить бы у вас по поводу того, как быть в этой ситуации, чтобы что. То есть, с чего вы хотите? В принципе, можно гармонизировать ваше восприятие себя. Можно гармонизировать свое отношение к себе. Можно это сделать. Можно посмотреть, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, вот, в принципе. То есть, как конкретно вами устраивается взаимодействие с мужчинами. Вот. И, может быть, найти какие-то негативные моменты там. Может быть, найти какие-то проблемные моменты там. Вот. Это при вашем желании, конечно же. Это при условии, если вы этого хотите. Сами. Понимаете, какая штука? Вот, примерно на это вам
стоило бы обратить свое внимание. Как минимум. Следующий момент. Что из вашей модели поведения, что в вашей модели поведения, ну вот, скажем так, может отталкивать мужчину от вас. Почему человек воспринимает вас, смотрит на вас сверху вниз? Я думаю, что это, конечно же, с чем-то связано. Так вот, я предполагаю. И на это имеет смысл тоже обратить свое внимание, безусловно. Потому что это важный элемент, так скажем. Важный элемент отношений. То есть то, как вы выстраиваете отношения свои с мужчинами, что они думают, что вы к ним привязаны и так далее. Со своей потребностной сферой имеет смысл поработать своей потребностной сферой, имеет смысл преследовать свою потребностную сферу. Вот. И, соответственно, ну, как бы понять, что вам нужно. Вот. Понять, что вам, чего вам хочется. Вот. Такая вот, в принципе, история. Но это очень важно обратит ваше внимание. Ну и в целом я, пожалуй, не буду особо не прав, если скажу, что у вас в некоторой степени есть, вероятно, трудности с самооценкой, как мне вот кажется, по крайней мере, ну мне так кажется, что у вас есть трудности с самооценкой. Вот. Есть такие вот, ну, проблемы с самооценкой у вас. И соответственно, исходя из этого, нужно уже вам как-то вот действовать. Исходя из этого, нужно вам что-то для себя, ну, выяснять, что-то для себя корректировать и так далее. Вот. Чтобы
сейчас менялось немножко в лучшую сторону. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.